29 февраля в Москве в торгово-промышленной палате состоялась конференция руководителей предприятий промышленности и сельского хозяйства России, обсудивших последствия присоединения страны ко Всемирной торговой организации ВТО. Участники форума, представлявшие на правах экспертов ряд отраслей, обеспечивающих 40% валового выпуска продукции и 60% рабочих мест российской экономики, искали ответ на главный вопрос – кто компенсирует потери, неминуемые, по их мнению, при вступлении Российской Федерации в ВТО. Конференция проходила в рамках заседания политико-экономического клуба «Рой». Вел ее председатель клуба, президент ассоциации «Росагромаш» Константин Бабкин. Мы знаем с вами, что переговоры велись 18 лет от имени Российской Федерации. Мы не можем быть удовлетворены стилем ведения переговоров. Они велись, так сказать, в тайне, без консультаций с представителями отраслей. Можно рассматривать эти переговоры как цепь односторонних уступок. Если консультации и были, то в виде извещения. Вот представителям, скажем, сельхозмашиностроения их ставили в известность, что... Ну, к сожалению, приходится сдавать защитные меры по комбайнам ради великой цели вступления в ВТО. И так по массе отраслей. Если представители отрасли говорили, что это неправильно, это вредит развитию, это ставит нас в неравные условия конкуренции, нам отвечали, что ну, ради великой цели вы должны понять и простить нас. Но мы не можем считать, что это все-таки правильный стиль ведения переговоров. Еще в конце минувшего года глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила во время визита в Москву: экономических выгод для России от вступления в ВТО никаких нет. Для российских специалистов это признание было еще одним подтверждением их осмысленной, взвешенной позиции, которую они не скрывали все последние годы. России при нынешнем состоянии ее экономики нельзя вступать в ВТО. Да, уничтожение производства не есть способ заботы о потребителях, даже если мы к этому производству относимся плохо. Интегральные показатели мы тоже уже давно знаем. По оценкам, потери России от присоединения к ВТО составят 1,5 миллиарда рублей в год, но дело даже не в деньгах. Триллион рублей, извините. Но дело даже не в деньгах. Потому что присоединение к ВТО подрубит и без того не шибко уверенно стоящую на ногах российскую экономику. Вот давайте посмотрим на прошлый год. Цена нефти выросла в 1,4 раза, экономический рост не ускорился. Реальные доходы граждан Российской Федерации за вычетом тех, кто входит в список Forbes, при этом уменьшились. Наша экономика глубоко больна, и по ней сейчас еще бьют молотком ВТО. По сути дела, это присоединение поставят на путь Киргизии, существенно приблизит системный кризис и сделает его более разрушительным. Обязательства, которые взяла на себя Россия в связи со вступлением в ВТО, можно разделить на четыре группы. Первое. Снижение ставок импортных пошлин и импортных квот. Второе. Снятие административных барьеров на доступ иностранных компаний на отечественные рынки. Третье. Сокращение экспортных пошлин. И четвертое. Обязательства по реформированию законодательства и системы государственного управления для приведения их в соответствие с требованиями ВТО. Только лишь снятие административных барьеров на доступ иностранных компаний на отечественные рынки приведет к тому, что российский бюджет начнет просто-напросто субсидировать импортную продукцию, способствуя созданию рабочих мест за рубежом, в обмен на рост безработицы в России. Об этом говорили и на конференции. Вопрос как раз стоял, вот, значит, вот как остановить обезлюднение сельских территорий. Так вот, ни один руководитель сельхозпредприятия не сказал, что все нормально,
можно жить и работать, все прекрасно. Вот. Все как один заявили, вести хозяйственную деятельность, сельскохозяйственную в нынешних условиях невозможно. В своей резолюции, вот, которая была принята, первым пунктом мы поставили не ратифицировать вот, вступление в ВТО до полного согласования вот, с населением своим, ну, с народом, так сказать, вот, и с теми же странами. Согласование на условиях только выгодных для России, для своего народа. Вот. Значит. Отдельная тема обсуждения – положение отечественных производителей продовольствия. По мнению экспертов, именно они первыми почувствуют на себе разрушающий эффект присоединения России к ВТО. А вместе с ними и вся страна, попадающая в тиски продовольственной зависимости от Запада. Управляемый голод на территории Российской Федерации может стать инструментом решения любых задач, от идеологических до геополитических, в интересах зарубежных финансово-экономических групп. С точки зрения вот анализа тех условий, на которых мы подписали, я могу сказать, что вот мясной сектор страны ожидает катастрофа. Вот у нас ожидаемое производство в этом году где-то примерно 2 миллиона 615 тысяч в живом весе, в убойном весе, извините, пожалуйста. И если бы мы действовали и будем действовать без условий ВТО, то по программе, которая существует, мы достигли бы, условно возьмем, там, через 10 лет, мы достигли бы производства где-то примерно 4 миллиона и вышли практически на 95% обеспечения страны мясом свинины. Если мы, повторяю, примем эти условия, то произойдет падение производства даже от нынешнего уровня, и мы считаем по нашей оценке, где-то примерно мы достигнем производства 2 миллиона 207 тысяч. Чтобы увидеть будущее России, достаточно взглянуть на Украину, вот уже 3 года состоящую в ВТО. В результате такого недальновидного поведения прошлой украинской власти и поспешного вступления Украины в ВТО, сотни тысяч человек потеряли работу, множество производств остановились. Данные эти сугубо приблизительные, поскольку официальная статистика реальную картину экономических потерь Украины тщательно скрывает. Тем не менее известно, что за 3 года отрицательное сальдо торгового баланса впервые в истории Украины выросло более чем в 2 раза, до около 11 миллиардов гривен. Ольга Самофалова в статье «А сало польское едят» приводит слова экспертов, которые отмечают, что вступление Украины в ВТО происходило при отсутствии стратегии развития реального сектора экономики. Поэтому говорить, что условия вступления в ВТО были эффективными для страны, никак нельзя, говорит председатель Совета директоров индустриальной группы УПЭК Анатолий Гиршфельд. Безусловно, нужно становиться мировым игроком, и движение в сторону ВТО было правильным. Но мы считаем, что более 3,5 лет назад Украина могла бы отстоять более достойные условия доступа на внешние рынки своих национальных товаров и защитить отечественный бизнес. В этом Украина и украинский производитель проиграли, говорит глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник. В той же статье Гершфельд отмечает, что Украина вступила в ВТО на не очень выгодных условиях по политическим соображениям из-за поспешности, с которой принималось решение, и низкого профессионального уровня экспертов и чиновников, которые участвовали в этом процессе. Но самое важное, полностью отсутствовал экономический прагматизм, с которым подобные решения принимаются в других странах, и где ВТО стало безусловным инструментом лоббизма высокотехнологичных отраслей, ставших основой экономического развития этих стран. Стран, говорит Гиршфельд. Уже через год после открытия границ ВВП Украины упал на 15%, а объем промышленного производства на 40%. Достаточно сказать, что за 3 года производство автомобилей в соседней республике снизилось в 6 раз. Из 36 тысяч человек, работавших в отрасли на момент вступления Украины в ВТО, осталось 18 тысяч. Я хотел бы обратить внимание на следующие позиции, связанные вот с конкурентоспособностью нашей экономики, о которой здесь не говорили.
Это о энергоносителях, о стоимости электроэнергии, бензина, который определяющим образом влияет на конечную продукцию, с которой мы должны якобы выходить в ВТО, выходить на внешние рынки и повышать свою экспортную ориентированность. Первое. Значит, электроэнергия, если по-правильному считать, в 2-5 раз дороже, чем в Соединенных Штатах. И в 1,5 раз дороже, чем в Евросоюзе. В среднем по Евросоюзу. По газу мы сегодня достигли точку netback, то есть $120 паритет покупательной способности, $240-$230, это примерно тот самый netback. Но идея такая, что в ближайшие 3 года поднять цену на газ, там, 2-4 года, как если возможно, до $240 центробанка. Это просто разрушает экономику. Вот все связано с энергоемкой нашей экономики. Наконец, бензин. Солярка. Но 29 рублей бензин делим на 16, получаемся $1.8. Мы же все производим внутри страны. Это, в экономической науке это паритет покупательной способности. $1.8. В Соединенных Штатах 1. То есть мы приблизились к Евросоюзу, который импортирует всю нефть. Всю нефть импортирует. Что это значит? Это значит, что по всем товарам, товаропроизводителям, которые используют то или иное добавленное стоимость, связанное с электроэнергетикой, соляркой, с топливно-электрическими ресурсами, абсолютно неконкурентоспособны, учитывая наши климатические составляющие, транспортные компоненты. То есть вот, логистическая составляющая, которую мы в стране, мы все-таки основные наши производства не рядом с портами. И портов-то у нас, так сказать, это не то, что Китай, который омывается там Тихим океаном, или, так сказать, не то, что Соединенные Штаты омывают с двух сторон двумя океанами, или другие страны. Мы континентальная страна, и эта ситуация не учитывается никак. Поэтому при вот, когда будет рассматриваться, почему не надо, или что надо сделать, чтобы приостановить, вот по этих условиях выходить в ВТО, мы должны обязательно на это дело обратить внимание. Спасибо. Сторонники вступления России в ВТО утверждают, что данный шаг позволит модернизировать экономику страны. Но независимые эксперты считают, что преференции, возможно, получит только финансовый сектор, которому обещан запрет на деятельность филиалов иностранных банков в России. Однако именно это позволит российским банкирам сохранить непомерно высокие кредитные ставки, тормозящие развитие производительного сектора. Обсудив комплекс проблем, связанных с предстоящим вступлением России во Всемирную торговую организацию, участники конференции приняли открытое обращение к гражданам России, руководителям ряда министерств, депутатам Государственной Думы.